Летняя оздоровительная кампания идет полным ходом, но специалисты управления образования ежедневно проверяют как загородные, так и пришкольные лагеря. На этот раз под пристальным взглядом комиссии оказался лагерь имени Деева. Интересует наблюдателей буквально все: питание, безопасность, условия проживания и распорядок дня. Проверяют досконально. Корпуса все отремонтированы, приняты пожарной безопасностью, Роспотребнадзором, здравоохранением. Все органы контролирующие очень серьезно относятся к приемке лагеря. В корпусах провели отопление. Мы зашли в корпус, где дети отдыхают. Там тепло, уютно, свежо. А пока ребята отдыхают, тихий час, комиссия продолжает исследовать лагерь, а точнее медицинский пункт и блок питания. Он здесь, кстати, обновленный, современный, а поварская бригада из школьных столовых. Очень понравилось то, что вот кухня как оборудована. По последнему слову, прям вот у них все есть, все буквально есть. Что в основном, что здесь и посудомоечные машины, и картофельник тоже чистит, тоже специальные машины. Как-то они облегчают труд вот поварам. Выплеснуть все накопленные за год эмоции ребята могут в активных играх на свежем воздухе. К слову, первая смена в лагере Деева как раз спортивная. У нас работают и профильные смены, работают различные интересные программы для детей. И, конечно, большое внимание уделяется двигательной активности детей, потому что спортплощадка, занятия спортом на сегодняшний день является очень важной составляющей в развитии каждого ребенка. Кстати, за 4 смены в лагере имени Деева отдохнут около 1000 ребят. А в списке наблюдателей еще ряд региональных лагерей, в которые комиссия планирует нагрянуть в ближайшее время. Мария Сафронова, Вести Ульяновск.